Всем доброе время суток. С вами канал Воха54 и я Владимир. Сегодня я вам покажу еще одну функцию ламельника. Очень полезную и очень важную. То есть им можно выбирать четвертя. Как в рамках, так и в фальцованных досках. Ну там для обшива использовать. То есть выбирать четверть, накладывать на одну. Все знают, что такое фальцованные. Или щелевкой называют. Вот. И это все может выполнять ламельник. И если, допустим, на станках это зависит от какой-то длины, то с ламельником абсолютно не зависит длина. Сколько надо, столько и сделали четверть. Такой длины, какой длины заготовка была, такой и сделали четверть. И ну, это, можно сказать, так еще одна подсказка. Итак, смотрим. Как делать в этой рамке четверть? Быстро и просто. Вот и рамка готова. В общем, быстро и легко. Также ламельником соединили ус, зарезали, потом выбрали четверть. И дело уже осталось за малым. То есть нанести профиль. Здесь рамка это на домино собрана. Помните, я как-то показывал, это самодельный домино долбил. Вот эта рамка, она так и лежит. И вот теперь она на ней я показываю, как сделать четверть. Вот такой универсальный инструмент этот ламельник. Ну а на этом все. Всем удачи. До встречи.